Здравствуйте, Станислав Саламович. Меня зовут Георгий. У меня такой вопрос. Изменился ли футбол и подготовка команды с наступлением цифровых технологий? Ну, изменился. Ну, честно говоря, я чуть, не надо забывать нутро футбола, потому что переключиться на всякие эти технологии и так далее. Кстати, мы тоже, команда, когда тренируется, у каждого здесь свой, я его чип называю. А, я думал, вы погоны показали. Не-не-не, погоны только у меня. И поэтому мы следим, естественно, за технологиями, знаем, у кого какое состояние, чтобы четко понимать, что с этим футболистом делать, потому что у каждого свое, как говорится, свой организм, и к нему надо подходить индивидуально. Другое дело, что футбол — это игра. И мы стараемся, чтобы вот это слово «игра» мы и не забывали, потому что станем роботами, и никому это не интересно. Поэтому, естественно, мы за всем следим, но стараемся. А другой аспект цифровых технологий? У вас Инстаграм есть? Говорю вам, у меня его никогда не было, никогда этого не хотел. Ну, после чемпионата мира столько инстаграмов появился с моим именем, к которым я отношения не имею и никогда не хотел. Сейчас у меня есть, но если вы меня спросите, как туда входить, я вам не скажу, потому что я не знаю. Я сразу написал, что я это сделал, чтобы все знали, что вот это официальный, а все остальное ко мне не относится. Только ради этого. Сейчас пару фотографий сделаю с вами и завтра выложу или сегодня выложу. Люди выложат, я не знаю, как туда заходить. Спасибо большое. Знаете, есть такая поговорка: техника в руках индейца – это металлолом. В этой поговорке я индеец. Да, спасибо, Станислав. Спасибо большое.